25 июня 23 год. Porsche Cayenne Turbo 550 лошадиных сил. Приятно радует динамика, разгон, торможение, очень много датчиков для безопасности, предупреждает, останавливается, сам отключает акселератор газа и так далее. При перестроении датчики слепых зон, все очень четко работает, без каких-то нареканий. То есть для безопасности машина вообще идеально. Управляется шикарно. Повторюсь, что разгон и торможение классное. Послушная машина, очень послушная. 550 лошадей вполне хватает. GTS может быть еще поинтересней, но этой вполне достаточно. Конечно, смотря в каком режиме еще ехать. Куча режимов выбора подвески, динамики, разгона. То есть, ну, идеально останавливается, конечно, тормоза очень классные. Можно примерно по тормозам сравнить, наверное, с керамикой у Тайкана. Что-то похожее. Вот. Отлично вообще. Никаких перегрузок не чувствуешь. Очень послушная машина. В наличии 19-й год куплено. Европеец. Ни одного крашеной детали, ни одного окраса нету. Никаких сколов, вмятин, трещин, царапин нету. Если есть желание приобрести, обращайтесь. Если есть желание более мощную машину, тоже можете обратиться. Либо менее мощную, кому чего захочется. Любой вариант. Все русифицировано, естественно. Машина европейская, повторюсь. Год выпуска 2018, в 2019 куплено. Один собственник, 58 тысяч пробега, если это видно. Музыка тоже достаточно хорошая. Ну, про вентиляцию и все остальное говорить нет смысла. Естественно, здесь все это есть. Алькантара, карбон. Все дорого. Все дорого, все богато. Оно того стоит. Если надо, привезем что-то еще. Если нет, берите это в наличие. Рекомендую, машина девственно. Очень хорошая точка. Очень приятно. Плюс. Чувствуется сразу разница. Классно. Рекомендую.